Депутаты Магаданской областной думы обсудили предложения, которые помогут в реализации на Колыме гаражной амнистии. Согласно федеральному закону, граждане, которые получили такую постройку от государства или организации, должны предоставить в муниципалитет или МФЦ документы. Земельный участок должен быть предварительно согласован под гаражный бокс. Также нужен технический план гаража. Раньше было очень сложно зарегистрировать, но которые в советское время были возведены гаражи, и под ними не оформлена земля и не зарегистрированы права, то гражданину невозможно было зарегистрировать свое право и в дальнейшем распорядиться, продать, подарить, оставить наследство в этот гараж. Вот теперь этот пробел законодательски урегулирован, и данным законопроектом предполагается, как органы местного самоуправления будут выявлять такие гаражи, с какими документами может гражданин обратиться в органы местного самоуправления для того, чтобы доказать, что этот гараж действительно он построил, он им пользовался, и тогда будет право его зарегистрировано в едином государстве. Согласно проекту областного закона, колымчанам для подтверждения факта владения гаражом достаточно предоставить один или несколько документов. Депутаты также обсудили поправку к уставу территории, проекты законов, которые касаются работы избирательной комиссии Магаданской области.